Здравствуйте, подписчики моего канала, зрители данного видео. Сейчас будем делать укол железом нашим новорожденным поросятам. Прошел третий день, сегодня какое число? 14 июля, 19 год. Так, уже двоих укололи, зарезали, сейчас покажем, как это все происходит. Давайте. Подержи. Не, ну возьмись. Что-то они такие сильные. Как никогда. Маму мы убрали, давай на другую. Подальше. Тихо. Колем 5 кубов, потому что поросятки крупные. Так, ниже покажите. Поросятки крупные. Во внутреннюю часть подкожную мы уходим их. И отлаживаем отдельно в сторону. Хай пока полазит. В принципе, вся операция. Тут главное не попасть под раздачу мамы. А ну, давай еще раз. Сейчас мы их всех проколем. Провитаминим. И уже через 4 недели, ну 5, будем продавать. Это будут наши денежки, которые мы заработаем с этой свиноматки. Ну, в принципе, все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Всего доброго.